Доброго времени суток, люди добрые, на канале Ирина Бар, дальнобой со мной, мы с вами в штате Висконсин, вечер, пятница, ну, если вы смотрите этот видосик, у вас уже суббота, остановилась на ночку, не снимала ничего в эту неделю для вас, извините, пожалуйста, как-то занято все было, занято, вот то понедельник выставила и все. Вечер замечательный, теплин 70 по Фаренгейту, после 5 вечера. Наблюдаю такое красивое зрелище. Ехала и наблюдала сейчас шарики, вот эти горячие баллонс. Hot balloons. Hot air balloons называются они по-английски. Они красивое зрелище. Их много там было. Я ехала по хайвейке, их много было. Но потом я остановилась. Один прямо мне вот прям я сфоткалась, даже как будто на плечо садился. И сейчас второй приближается на посадку. Они красивые, конечно, ничего не скажешь. Это супер. За этим наблюдать, конечно, прикольно. Вот. Так что такой позитивный вечер у меня заканчивается на такой позитивной нотке. Еду я на штат Теннесси. Доставка в понедельник. Везу я сахар, что-то сейчас нам с сахаром везет. Вот забираю я с Норд-Дакоты обычно и еду на Теннесси, в Кливленд, Теннесси, город называется Кливленд, штат Теннесси. Вот такие вам краски осени покажу. Посадочка просто прелесть. Солнце у нас такое сегодня ослепительно красивое. Ти-эйка. Вечерок, что еще надо, да? Помоюсь, пойду, покушаю и буду отдыхать. Завтра высплюсь, встану, поеду, проедусь хорошенько. Остановлюсь, перезагружу часики в воскресенье, в понедельник доеду, сколько там мне останется, и буду мне счастье. Нормально, работаем, все отлично. Слава Богу, работка есть, это уже хорошо. Ох, какой кишак поехал, прикольный. Кеша, Кеша, Кеша. Илюся тут гоняет. Да, Илюшка, бегаешь? Короче, будем отдыхать. Так что всем спасибо за то, что заходите на мой канал. Не забывайте. Благодарствую вас. И до новых встреч в Ютубе. Всем приятных выходных. Всем добра и мира, друзья.